11 марта 2018 года, 9 часов 45 минут, футбол, РФ, ПЛУ, полузащитник Тосно, Илья Жигулев прокомментировал результат матча с Рубином в 22-м туре РФ, ПЛУ. Встреча прошла в Саранске на стадионе «Старт» и завершилась со счетом 1-0 в пользу номинальных гостей. Ожидали сложной игры, матч таким и сложился, 100% моментов мы имели больше, хотя соперник больше нас контролировал мяч. Во втором тайме стали правильнее прессинговать, вынуждали соперников выбивать вперед, играли больше в атаку и начали появляться моменты. Обидно, конечно, что пропустили и проиграли, главное теперь для нас – настраиваться на Анжи, а из прошедшей игры сделать выводы и двигаться дальше. Поле в Саранске хоть и синтетика, но хорошее, поэтому в этом плане нет проблем. Конечно, очень холодно, но все в равных условиях, поэтому про погоду и поле смысла говорить нет, цитирует Жигулева сайт Тосно. Парфенов по матчу с Рубином: претензий к игрокам Тосно у меня нет. Источник: футбольный клуб Тосно, сообщить об ошибке, комментарии 0, 11 марта 2018 года, 10 марта 2018 года.